В Индии из-за угрозы взрыва экстренно сел самолет. Лайнер авиакомпании Turkish Airlines направлялся из Бангкока в Стамбул, но вынужден был приземлиться в аэропорту Дели. По предварительным данным, в зеркале туалета воздушного судна обнаружена надпись, сделанная губной помадой, о том, что на борту установлено взрывное устройство. 148 пассажиров эвакуировали. Всех их допрашивают. Будет досмотрен весь багаж, в особенности дамские сумки. Служба безопасности не исключает, что кто-то из находившихся на борту написал сообщение, чтобы создать панику, а затем захватить лайнер. Взрывного устройства в самолете не обнаружили.